What's up, guys? На связи Кейт Маффин, и вы смотрите мой первый влог. Для тех, кто со мной не знаком, давайте быстренько познакомимся. Я артист, сооснователь музыкального лейбла, занимаюсь музыкой всю свою жизнь. Безумно творческая, чем вообще я только не занималась, но перечислять это будет очень долго. Наверное, чтобы лучше со мной познакомиться, вам стоит послушать музыку на стриминговых площадках, ссылочки на которые я оставлю под этим видео. Поэтому обязательно послушайте, мне будет приятно. А сейчас хотелось бы очень коротко рассказать, что вообще происходит. Если ты где-то уже чувствуешь себя суперкомфортно, и у тебя все идет хорошо, значит, ты перестал расти. А если ты перестал расти, то значит, твоя жизнь становится как будто бы скучной, рутиной. А я не хочу рутину. Вот я решила просто все поменять. Вести влог, выкинуть половину штанов и купила себе платье и юбки. Решила переехать в другую страну. Я хочу классную жизнь, я хочу яркую жизнь, наполненную. Хочу запечатлеть эти моменты, посмотреть потом все это и гордиться собой. И вдохновить вас, делать какие-то смелые поступки. Надо что-то изменить в своей жизни, нужно как-то встряхнуться. Мне кажется, можно поставить мне лайк чисто вот просто за то, какой подвиг я совершаю. Дубль 3000, хрен пойми какой, мы находимся в дне, когда я сделала фотосъемку, вернее, я только на нее планирую сейчас поехать, съемку приуроченную к моему дню рождения. В данный момент я опаздываю на грим, но надо, наверное, уже поспешить, так что давайте, вы сейчас быстро туда приедете, и я телепортнусь туда, типа вот так вот. Телепорт. Короче, это было неправильное перемещение, которое я сняла до, потому что у нас VIP-гримерка, она отдельная. Это Карина, вот. Вот, отдельная гримерка, своя, вот. Вот все тут есть, а не то, что вот там было. Вот что у нас получилось. Ту-ду-ду-ду! Подожди, блядь. Мы бантики, тогда, думаю, не клеим. Все, можно бежать? Да. Класс! Бежим! Что ты скажешь? Все потрясающе, очень быстрая экспресс-съемка. Мы закончили съемку в студии. Вот они все, слева направо. Да, дальше едем на вторую локацию, снимать уже более денежденческую тему. Я совсем забыла рассказать то, что мы уже переместились домой. Делаем мейк, ну вернее, чуть-чуть его правим. Вот. Все красиво. Просто кайфует. Мастер по надуванию шаров. Мастер, который сделал всю эту красоту. Просто посмотрите. Yes. Вообще, да? Полный fairy tale. Хочешь чай? Попой покачай. Попой покачай. Хочешь чай? Сняли! Очень классно, когда есть очень творческая команда, и ты можешь реализовать все свои crazy задумки, потому что я, грубо говоря, на коленках это все придумала, и очень приятно, что получилось все это реализовать. Вот этот колпачок сама делала, короче, можно поставить лайк просто за вот такое супер-мега старание. Кстати, фотки уже можно найти в моем инстаграме, написать мне поздравление с прошедшим днем рождения или с наступившим днем рождения. Я пока еще не решила, когда вы это видите, поэтому в любом случае лайк, с вас лайк. Вау, появление зефира. Последние денечечки в Москве, все друзьяшки приехали,
Все, просто все города собрались тут. Здесь Ростов, Красноярск. Еще все, что и Владивосток, и Ярославль. Я говорю, позволь себе это, быть чемпионом. Это чемпион по нардам просто в этой спасибо квартире. Спасибо папе. Папа, привет, спасибо всех за дочь. Всех выиграла там. Всех выиграла, она вообще умничка. Она и в бильярд меня делает. Ой, скучать буду по этому району, конечно. Ну, абсолютно не буду скучать по этой погоде. Она просто ужасна. Вот. Хочется поскорее в тепло, кайфовать, пить кокосик. Но свет тут всегда такой красивый, такой киношный, я как в сказке. О, только со снегом. Хотелось бы сказать, что это уже день Х, но это еще не он, и поэтому еще сборы полным ходом. Сейчас надо быстренько собраться и вызывать грузчиков, и все это вывозить уже. Снимаю свои последние деньги в Москве. Очень грустно, очень не хочется уезжать из этой квартиры. Очень не эстетично, но именно так выглядят наши сборы. Просто какой-то тут везде хаос. Просто, короче, я не знаю, как это все упаковывать. Еще как-то надо вещи в чемодан вместить. Такой, знаете, погромный рум-тур. Ну, как бы что имеем? Тут мы уже вещи насобирали. Тут я. Вот как-то так. Буду, конечно, грустить. Вот по этой квартире буду грустить просто безумно. Она вся пропитана любовью и энергией нашей просто. Сколько здесь крутых вечеров было с друзьями. Праздников. Новый год. Вообще такой тут крутой Новый год был. Короче, очень тяжело ее отпускать. Чё? Ты будешь скучать по этой квартире? Пустота, 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 пустота. Почему тут так пусто? Куда выносят все наши вещи? Нет. Ну вот и все. Уже такая пустынная квартира. Ну, как сказать, еще какие-то остатки тут есть. Вот, но уже весь уют куда-то ушел. Вот тут голая стена. Ни телевизора, ничего, ни картин. И вообще все сразу же по-другому выглядит. Прям хожу и кажется, что типа вот-вот заплачу. Потому что уж очень-очень я привыкла к этому месту. Ну она, кстати, мне близко. Ой, о, пачки воробушек-то вылетел по пути. Близко мне там трогал. Так им было нужно. Камера вырубай. Все, отстегиваю ключики от нашей квартиры.
пиздец. Очень как-то... Это грустно. Ну, типа, вроде грустно, а вроде нас ждет только приключений каких-то. Еще представим, что нам еще сутки ехать. Ой, давайте последний раз взглянем, вернее, вы увидите первый раз, а я взгляну последний раз на красивый вид из окна. Даже немножко померзну ради такого. Ну, это как-то так, это такая красота, такой свой маленький, такой Нью-Йорк. Оооо, I'm an alien. Окей. Okay. Окей. Okay. Okay. Hello. How are you? I'm very good. Very good? I'm riding on my bus, блядь. Блин, там такая крутая система сейчас проверки паспортного контроля с новыми паспортами. Я что-то как-то вообще давно не была в Шереметьево. Очень круто, очень красивый аэропорт. Я только сейчас зашел, да, я пришла. Вот все, блядь, вот это. Кокосы, бананы. Таиланд, ебаный. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами была Kate Muffin. Увидимся в следующем влоге.